Привет, друзья, и мы с Данте решили поспорить, кто из нас заработает больше денег на ферме за 10 минут. Чисто на интерес, кто проиграет, то есть заработает денег меньше, тот лох, нуб, говно, отписка, дизлайк. Короче, я надеюсь, ты уже поставил свой лайк. Нет? В смысле ты еще не поставил лайк, блять? Я тут стараюсь, а ты лайки не ставишь. Также, друзья, вот победитель из прошлого ролика, который выиграл 100 рублей за комментарий, и в этом видео я буду разыгрывать уже 200 рублей. Просто, друзья, 200 рублей. Если ты хочешь их получить, пиши любой коммент, можно хоть 100 комментов, вообще сколько угодно, и в следующем видео путем рандома я выберу победителя. 200 рублей — это уже неплохие деньги так-то, да? Ну, типа, можно на них... Не знаю, шлюху на дом заказать. Ну или, допустим, можно создать свой сервер в Сампе, Криминалке или МТА при помощи сервиса bighost.org. Именно здесь ты можешь создать свой сервер по низкой цене, а также можешь выбрать любой ролплей мод и поставить его в один клик и создать полноценный проект. Ссылка в описании, заходи, регистрируйся и создавай свой сервер. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, я Данте. Забирай скутер у этого, блядь, Ахмеда. Он улетел, почему я сейчас не на админке, он бы отвечал, сейчас в бан улетел. 93-й ID, тупо лох. Ой, а нахуй это скинул? Ты заведи, короче, заведи, вот, двигатель успешно завелся. Все. Сейчас тебя скинут. Фу, нуб Данте. Мне кажется, мы полдня будем только скутер ловить. Тихо, это я. Let's go. Вообще, это изи было просто. Давай, короче, на ферму, бро. Блин, реально, ставьте лайки, когда мясо в зубах застревает. Да. Ставьте лайки, когда хочется отрыгнуть, и ты отрыгиваешь. Погнали. Залетай в бит, будто папа шат-шат. Переодеться и начать закончить работу. О, все. Погнали, все, побежали. Подожди, я тебе сейчас докажу, что я про, а ты лох. Сука, фу. А тут и ферма ж новая, кстати, да? Да. Давай, короче, так, засекаем время, вот прям сейчас засекаем время. А что надо делать? Слышишь, я прибежал на ферму, куда бежать? На кусты, вот, там, где все, и использовать альт, чтобы сорвать куст. 20:50, ровно в 21:00, когда у меня будет 21:00, мы заканчиваем. И кто больше заработает денег, тот про, кто меньше, тот нуб. Блять, а что дальше делать? Я собрал куст. Или надо собирать, пока у меня не появится эта связка? Да, да, и надо идти уже домой. Ну, Понял. Короче, старик, ну типа, ну, ферма новая, раньше же просто нужно было тягать вот эти, блять. Ну, понятно, да, понятно. Хуйня. Но я-то уже как бы принес два куста, поэтому... Два куста ты принес? Пока сидит и пас, этот, как его называется, в смысле, да? Ты в натуре два куста уже принес? Ну, вот, второй несу. Не гони, я только первый несу. Сука. Ты не тот никнейм выбрал, сынок. Прох Юга, почему не тот? Все верно. Я докажу тебе, что... А куда нести? Да вон туда, где куда все несут. Ебать, я дебил. Я понес на старую эту точку. Понял, куда раньше надо было носить? Ну да, нормальная тема, кстати. Фу, сука. Я уже третий несу. Блядь. Тена перетащена одна штука. У тебя сколько? Три? Три, да. Где, дай фору, пожалуйста, я тебя прошу. Нет. Сколько мне нужно альт нажимать, чтобы куст собрать-то этот вонючий уже? Нужно там один раз просто ты сел и все, и собираешь. А, да? Один раз альт нажал. Я думал, у меня... О, обновились кусты прям рядышком. Нормально, все. Пятый, почему? Поехали. Я не могу куст собрать никак. У тебя нету просто навыка фермерского. Ты никогда не жил в деревне. Я сейчас в деревне живу. Вот ты мне скажи, ты доил когда-нибудь корову? Чтобы ты так вот выпендривал, что ты про на ферме. Ты когда-нибудь доил корову? Расскажи мне. Каждый день это делаю, старик. Ты видел когда-нибудь корову снизу? Поза 69. Почему? Я уже минуту собираю куст, он не собирается. Я тебе отвечаю. Мы вообще тут с чуваком, типа, блин, сели в кустах. Посмотри на меня, я бегаю вокруг этого куста ссаного, я не могу от него отбежать даже, он собирает его, но, блядь, он не собирается нихера. Ну, блин, чувак, это да, это, конечно, блин, тебе надо перезаходить и заново ехать сюда, а у меня пока что 7 не выдумывай штук. Херни. Отвечаю, у тебя 7 штук, у меня только один куст, как такое может быть вообще? Все, погнали. 3 минуты прошло. Тупо видос надо назвать Ромеро лох. Так и назову его, отвечаю, старик. О, наконец-то, фух, прикинь, отвечаю, 3 минуты собирал этот несчастный куст и собрал наконец-то. Ну все, а теперь второй квест, тебе надо идти доить корову, чувак. Не-не-не, бро, не выдумываю. А селери 400, это что значит, ты 400 баксов заработал? Ну да, типа зарплата. А у тебя сколько? У меня 1600, бро. Кстати, нашел прикольную схему, что можно, типа, когда ты нажал на alt, можно держать букву W, короче. А, да, и ты будешь чуть по...
передвигаться. Ты багаюзер. Типа. Только а, нет, я что-то как-то куст не собрал. Я не собрал. То же самое. Ты со своими багами, блядь, вот это только хуже делаешь. Почему куст забрался? Блин, чувак у меня украл, блин, куст. А у меня куст исчез, короче, а оно не собралось, понял? У меня нет этого рулона в руках. Блин, сейчас, вот смотри, смотри, мы вместе сели, кто из нас соберет? Вот кто из нас возьмет из этого куста, тот крутой. Ты возьмешь в рот. Я же сказал, сука, я же сказал. У меня еще есть шанс тебя обогнать. А че он не кладется? Сколько у тебя? Оно не складывается, вот сложилось. У меня $1000, 5 штук. Аня, Аня Кас, поделись кустиком, пожалуйста, бэйба. Блять, она собрала его, сука, дрянь. А я собираю до сих пор. Что я собираю? Траву с пола или что? У меня еще и мышка залагала, понял? Ну, это всё потому, что Hyper X. У меня мышка Блади вообще-то. Твою, братан. У меня тупо какие-то фейлы одни происходят, и все. Что за бред? Собирай, дура усатая, а чё ты, блядь? Отвечаю, то камера фризится, то у меня игра вылетает из-за того, что у меня слайд-шоу какое-то, блядь. То что-то еще. У меня, походу, комп горит уже пламенем таким жестким. Если у меня комп будет так гореть, то у меня пердак также загорится. Вот этот вот чекпоинт, который в конце, на который тебе надо нести, он так долго прогружается. Слева. О, смотри, 4 экспы дало. Это же на Аризоне ролеплей. Смотри. Проходит двойная акция. Бро. И самое время начать играть на этом сервере и зарегать свой аккаунт на никнейм. Хьюго Ромеро, Аризона РП Меса, IP в описании, указывайте мой ник и получайте на третьем уровне 150 тысяч от меня, ну а на шестом мой промокод хэштег Ромеро 200 тысяч, который вам дает. Я собрал 9 штук, у меня навык фермера 18 из 500. Как ты это сделал? Как ты за 10 минут собрал 20 штук, а я 9? Я сейчас предлагаю, короче, зарегать новые никнеймы, я буду про Данте, ты будешь нуб Хьюго и закончить на этом видос. Нет, просто твой ник говорит сам за себя все равно. Не зря же ты зарегался под таким ником. А мой тоже говорит сам за себя про Хьюго. В общем-то, на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Не подписывайтесь на канал Нуба Данте. Ссылки в описании не будет вообще никакой. Ну, Аризона РП Меса, 150 тысяч на третьем уровне, мой ник Хьюго Ромеро, это вы все знаете. Каким-то образом он собрал 20 кустов за 10 минут, а я собрал 9 кустов за 10 минут. Я ебать лох, оказывается. Ну, ничего страшного, правильно, друзья, вы же меня не кинете. Вы уже поставили свой лайк. Ну, в принципе, чувак, мне кажется, что я законно победил, потому что мы с тобой, хоть и пытались, все вот это вот собирали. Согласен, согласен с тобой, да. Все-таки. Я выиграл после этого видоса. Отдаешь свой канал мне, потому что мы на это и спорили с тобой. Кто выиграет, тот получает канал своего оппонента, как бы конкурента своего. Поэтому ты мне даешь сегодня же прям пароль и логин от своего канала. Стой, 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 подожди, в смысле? Мы на это не спорили, у нас просто был дружеский спор на интерес. Ладно, все, по рукам, я согласен. По рукам? Ты победил, я проебал. По рукам, мэн. Я, оу, май хоум, нига. Победила дружба, нига. В общем, друзья, вот такая вот хрень у нас получилась. Я оказался нубом, который не смог заработать больше денег за 10 минут, чем это сделал Данте. Но, в принципе, я не расстраиваюсь, потому что вы же уже поставили лайк под видео, правильно? Да, значит, порадовали меня. Но если нет, то я уже за тобой выехал, сука. Не забывайте регаться на мой ник Хьюго Ромеро на Аризона РП Меса. IP находится в описании. При регистрации на мой ник вы на третьем уровне получаете от меня 150 тысяч. Ну, а если у вас уже есть шестой уровень на сервере, вводите мой промокод решеточка Ромеро и получаете сразу же 200 тысяч вирт. Easy money, easy life, так сказать. Ну а я с вами на этом прощаюсь, всем желаю удачи и всем пока. Удачи.